в таком виде, каком он был раньше. То есть здесь работают три мастера гончара. И сушат наши изделия. Еще перед вами гончарный круг. Таким образом, мастера садились за гончарный круг и раскрутили нога послушных людей, исполнительных. Потому что именно из таких людей получались мастера очень хорошие, которые превосходили в мастерстве своих учителей. И поэтому им было за счастье сидеть и приобрести себе на память. Все, что здесь находится, все сделано только так. Вначале надо хорошенько глину прилепить к кругу. Вот таким вот образом. Следующее действие, мы должны отцентровать нашу глину таким образом, чтобы она была равномерной, однородной, по всей своей структуре. То есть глина состоит из частичек, которые мы должны вот такими движениями выстроить строго по кругу, вокруг центра, как планеты вокруг Солнышка. И сделать так, чтобы она была строго по центру вращалась. Это нам позволит делать более качественное, хорошее изделие. Теперь приступаем непосредственно к изготовлению изделия. Глина не любит резких движений. Движения должны быть плавными, сродни тому, как вы переливаете из одного сосуда в другой жидкость. Это делается очень плавно, дабы не разлить и не расплескать. Таким же образом надо работать и с глиной. Глина еще имеет уникальнейшее свойство – пластичность. Это единственный минерал на нашей планете, который позволяет так делать очень много красивых, замечательных вещей, которые нас радуют. И еще, глина имеет такое же свойство впитывать себя и перенимать настроение, хорошее настроение, мысленный настрой, духовный настрой, мысли даже. И впитав в себя потом, будучи уже обожженным изделием, оно сохраняет все эти свойства и невообразимым образом, нельзя это объяснить, но это факт. Он обратно передает аккумулированное вот это добро, любовь и тепло обратно мастеру в виде удовлетворения своей работы, в виде хорошего настроения. И тем более тем людям, которые покупают эту вещь, они постоянно чувствуют какое-то тепло, уют. Даже пользуясь ей, когда пьют чай, молоко. Даже у нас посетители были, пришли и говорят, вот мы у вас купили кружечку повторно, приехали. С ней как будто и молоко вкуснее пить. Я говорю, конечно, мы же стараемся делать так, чтобы... Действительно, это очень серьезный факт, что надо всегда относиться к своей работе предельно внимательно и с очень хорошим настроением. Соловьи не вовремя запели, уже не пора бы улететь, уже осень. У меня руки в вене, я сейчас не могу выключить звонок, поэтому это, надеюсь, никому не мешает. Ну вот, практически у нас готова кружечка. Если вы заметили, на ней остаются следы, такие полоски, да? Это доказательство того, что эта кружечка сделана на гончарном кругу. Но я еще сильнее усиливаю этот эффект за счет полосочек, которые наношу уже вот таким вот образом. Это доказательство того, что это изделие действительно сделано на гончарном кругу. Потому что изделие, сделанное на кругу,
очень звонкие, что я докажу вам, показав колокольчик. Очень звонкие, очень прочные.